мороз минус 7. А для согрева мы сейчас употребляем настоечку. А, ребят, такая вкусняшка в таких условиях, когда морозы нужно для согрева принимать. Так что, ребят, ваше здоровье. Мама, большой привет, если ты нас смотришь, мы твою настоечку пробуем. Ой, ребята, о! Сколько градусов-то тут, ребята? Настойка. Сколько градусов-то? 40. Машину можно заправить. Мать моя женщина, ребята. А я еще, знаете, думал, настойка. У меня до сих пор жгет здесь, ребята. О, да, мама, респект. Жуть. Че там? Замерзший, правда? Блин, это Катин пятак, ребята. А подолбили земельку на славу, и настойка мамы дала свои плоды. Мороз был нам нипочем, и монет надолбили в изобилии. А, да. Третий раз Серега уже ходит к машине отстраиваться. И вот вторая монета, а сохран хороший, Катин пятак. Ну что, ребят, всем привет! Сегодня мы приехали в первый снежок. Мороз минус 7. А для согрева мы сейчас употребляем настоечку. И пойдем вот по этим полям. Их распахали. Мы здесь поднимали большое количество монет. А Павловские, Катя, в общем, все здесь было шикарно. И их распахали. И я думаю, сегодня будет результат шикарный. Так, ну что, ребят, есть там у меня чего вкусненькое? Серега? Вот, да? А, ребят, такая вкусняшка. Чистое изготовление Серегиной мамы. Так что, мама, большой привет. Если ты нас смотришь, мы твою настойку пробуем. Фу, ну, вздрогнем. Самое главное, ребята, в таких условиях, когда морозы, нужно для согрева принимать. Так что, ребята, ваше здоровье. Ой, ребята, о! Сколько градусов-то тут, ребята? Настойка. Сколько градусов-то? 40. Машину можно заправить. Мать моя женщина, ребята. А я еще, знаете, думал, настойка. У меня до сих пор жгет здесь, ребята. О, да, мама, респект, жуть. А что, закуску-то не достали? Мне до сих пор надо что-то сгусить. О, настойка. О, жесть. Но согрелся быстро бодрячок, даже проснулся, ребята. О, класс. Ну все, принял дозу, теперь копать. О, что-то топливо здесь. А я так хлебнул еще, знаешь, ух. Ну что, ребят, первая находка. Серега чемпион. Что это? Шикарный навозный патий. А, да, конечно, мама не горит. Внешне как Алик. Но приятно в том, что это крупная, толстая монета. Похоже на двушку, наверное. Да, скорее всего. Ну ладно, задел есть, монеты есть, значит будет. Рустик пока ноль, я тоже ноль. Но будут много монет. Ребята, там восторг. Восторг, ребята. Русик в восторге. Че там? Да вот прям сверху. Замерзший, правда. Блин, это Катин пятак, ребята. Это Катин пятак, и сохран будет огонь. Замерзший. Правда, он в окисле в каком-то, блин. Но верховой пятак. А, да. Третий раз Серега уже ходит к машине отстраиваться. И вот вторая монета. А сохран хороший, Катин пятак. Зачет. Мое поздравление. Держи. Фартовый. Я сказал Серому, что для такой распашки его прибор в самый раз. Потому что распашка грубая. Он ходит медленно. А сигналы цепляет медленно этот прибор. Но результат, я сразу сказал, что у него будет. Ты просто батарейку не зарядил. Нет, я просто знаю, что прибор... С твоим прибором здесь куда будет успешно, чем Фишер и чем моя Нокта. Ты медленно ходишь, и сигнал он цепляет медленно.
И вот результат. Вторая монета среди нас троих и обе его. Фух, ладно. У нас пока ничего. Ну что, ребят, меня позвали согреться. Ну, наш там, который напиток. Ну и решили мне показать то, что они нашли. Для начала вскроем колечко. Обычное колечко, ребят. Обычное медное. Вот, ну, вот здесь вот что-то интересное. Интересно, смотрите, гурт какой-то непонятный. Так, что это? Либо кокал какой-то, либо что-то. Да это какая-то хрень какая-то. Это даже не монета. Не несколько хреней. А нет, это... Несколько хреней, смотри. Нет, это не, ничего. А ты бок смотри. Да что мне... Какой бок? Вот, а здесь вот. Смотри. Какой это бок? Это просто какая-то шайба, блин, хреново сделанная. Ну, смотри, нет? Да нет. А с другой стороны, смотри, здесь прямо за подлицо. Это лабуда, ребят. Лабуда. А я думал, три серебряных. Три серебряных? Было бы классно. Смотри, светлеет. Сейчас, короче, узнаем, что это. Че там, блин? Ребята, да это свинец! Да, это свинец, ребят, это свинец! Это ерунда. Блин, только меня выдернули. Вон оттуда, издалека я пришел. Ну, не зря пришел, сейчас горячительных напитков употребим, и будет ништяк. Ладно, продолжаем. Чего вы угораете, а? Алкоголики, алконавты. Русь, давай тебе компромат и твоей жене, бля. Да, ну что? Она тебя так заездит. Сереге пофигу, у него знает жена, что он на блядке ездит. Алкашная рожа. Да, на блядке ездит. Она думает, что мы ездим по бабам, честно говоря. Вот некоторые женщины думают, да, Серж? Выпил, да? Я, конечно. Так, ладно, наливайте мне, ребят, дайте, я тоже согреюсь. А то у меня что-то уши мерзнут. Супер Серегин мамкин напиток. Блин, мне сказали, он легенький такой, знаете, типа... Настоечка. Типа настоечка легенькая. Но она, ешь твою налево, у меня до сих пор все внутри горит. С первой настойки, а прошло уже минут 30-40, да? 40 минут копаем где-то. Пока Серега... Пока Серега в ударе. Ну ладно. Коньячок и шоколадка. Классно. Ну что, ребята, прибежал я оттуда. Рустик позвал. Снимать будешь, нет? Ну, так как у меня самого пока находок нету, он вот приготовил камушек. Тут монетка. Что за монетка? Сейчас мы будем с вами расковыривать. Блин. Зараза. Ах, твою налево. Не знаю, как ее выковырить теперь. Так, потихоньку. Идет. Идет. Так. Левой рукой хрен выковыришь, ребят. Ну что это у нас за монета? Сейчас посмотрим. Венделя вроде Кати. Екатерина вроде. Блин, как ее теперь выковырить оттуда? Не знаю. Все, одубело так. Я постараюсь сейчас. А не знаю. Сейчас выковырю, смочу и вам покажу. Ну что, ребята, вроде как выковырил ее. И, судя по размеру, это у нас Екатерина. Видите, да? Здесь вензеля четко проглядывается. Даже год сейчас рассмотрим. Год. 1770 какой-то. Вы видите, какой год? Я вот пока что-то не вижу. 75-й вроде. Да, вроде 75-й. А с этой бодрый такой коник. Ну ничего. Блин, все с находками, кроме меня. У Сереги там, наверное, штучки 3 уже. У Рустика первая. Ну, зачетная. Первая находка у Рустика классная.
Вот такая вот красавица у нас выпала. Блин, я не знаю, тяжело ходить, земля промерзшая, комки крупные. И вон там, вон, новая распашка, прям трактор там сейчас ходит, где-то в той области. И мы надумали туда сходить, вернее, даже съездить. Посмотреть, на новую распашку походить. А здесь коник бодрый, в принципе, неплохой такой, знаете, 73 или 75 год. Скорее всего, 73-й. Ладно. Ладно, пойдем дальше. Ну что, ребята, прибор искать не может, но могут искать глаза. Верховая находка. Вот, смотрите, как лежит. Ничего пока не трогал. Примерзшая, замерзшая. Слепочек, видите, да? А вот она. И это у нас двушечка, 1821 год. 21 год. Александр I. Сохран вообще огонь. И год, между прочим, как вы, наверное, уже знаете, это последний год первой империи Франции. Тогда Франция развалилась. Империя, в частности, Наполеона. Классная, классная. И, по-моему, пчелка. Да, пчелка. 21 год. 2 копейки. Царица полей. И пчелочка. Зачетно, зачетно. Первая моя сегодня монета. Причем не прибором, а глазами. А ладно, идем дальше. Ну что, ребята, очередная глазами. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Че это? Наверное, совет. Маниста. Это маниста. Но если маниста, значит, что-то, наверное, серебро. Да, ребята, это серебро. 15 копеек царские с манисты. Да-да-да. А зачет. Царское серебро. Но с дыркой. Вот такая вот серебрушка откопалась. 15 копеек. Так, год, к сожалению, пока сказать не могу. Но это серебро, 15 копеек. Пойдет. Вторая находка глазами. Прибор почему-то видеть не хочет, совсем не хочет. Хоть глаза не подводит. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, в общем, копаем мы на огородике. Хозяева дали добро, мы в прошлый раз у них разрешение брали, и на этот раз они распахали огород, и здесь, в принципе, находки есть, и сейчас вот покажу находки именно девочки Полины, моей подписчицы. Она подписалась, увидала и заинтересовалась, у ней своя коллекция. Мама вообще классная, нас чаем вкусным. Блин, чай такой вкусный, какой-то, я не знаю, заварной, я такой никогда еще не пил, а колбаска здесь местная вообще классная, прям... Ну ура! В общем, все было классно, очень приятно, когда нас встречают вот распростертыми руками. Очень приятно. Ну а сейчас находки Полины, юной кладоискательницы, юной коллекционером. Ой, сотрудники полиции ездят, надеюсь, не к нам. А находки, ребят, смотрите. Блин, давай сюда вот, где ветра нету. Ох, что у нас тут интересное. Так, это царская монета Александра. 1816 год. НМ. Так, советики тоже попадаются. Нам, к сожалению, здесь советики не попадались. 1984 год. Пятачок 61 года. Рубль даже есть. Ёшкин кот. Рубль 64 год. Приятно. Мне очень нравится вот именно вот обратная сторона ореха. Вообще красивый герб Советского Союза. Вообще зачетная. О, здесь у нас деньга есть. Откусанная с браком. 1740 какой-то год. Это у нас Екатерина, походу. Екатерина. Что там еще интересное? Так, пятачок 62 года. Зачетно. Так, это у нас 5 рублей. Эпохи уже конца
Советского Союза, 91 год, 5 рублей. Ну и с ладошки посмотрим. У тебя руки такие холодные, что замерзли, что ли? Копеечка 86, 82, 85 и 10 рублей 93 года. Так, ну и по шмурдику. Смотрите, что. Это у нас кусочек бардачоса. Я никогда не находил целый. Никогда. А уж очень хочется. Бардачос в коллекцию было бы классненько. Ну и часики, которые нам показывают сколько время. Где-то примерно, я не знаю, часов 12. 12 часов, и они остановились. Остановили свой век. Вот по линии попали, и теперь будет всегда показывать 12 часов. Вот. В общем, классно. Мама очень такая доброжелательная, чаем покормила. Колбаска местная вообще вкусная. Вот. И Полинка, вот, привет, передавай своим одноклассницам, если кто увидит. Вот, населенный пункт. Радушные люди, все пускают на огороды, просто замечательно. Всего было 2 отказа на огороды, а в целом все пускают без проблем. Вот, всегда бы так. Ладно, будем присоединяться к парням, копать монеты. Так что продолжение у нас будет еще интересное. Смотрим. Ну что, ребят, Серега позвал для съемки. Для съемки монеты. Монета, ой, какой, смотрите, пальцем протер, и смотрите, как выглядит. Ай, какая прелесть. Это у нас деньга. 47-й год вроде как. Смотрите, какой сохранчик бодрый, а. Вообще огонь. Да. Редко, когда деньгу увидишь в таком сохране. Смотрите, курица-то какая пузатая, да? Видите, пузо такое здоровое. Какая-то курица, блин, брюхатая. Какая-то странная она. Серый, да, смотри, какая-то она брюхатая. Дай. Брюх такой. Так, проштампованная. А, проштампованная так? А мне кажется, брюхатая. Ну ладно, идем дальше. Находки, думаю, еще будут. Ну что, ребят, Серега прям сегодня в ударе. Походу мы какую-то наливочку пили, заговоренную. Наверное, матушка заговорила ее, чтобы Сережка подымал монеты. Это очередная деньга 1748 года. Та была 47-й, а это 48-й. Прям погодовка идет. И это не последняя. Да, это не последняя, Серега говорит. Наливочка. Ему упрет вот такая вот монетка. Ладно, что-то Рустик у нас куда-то убежал, туда далеко-далеко. И прям не хочет возвращаться. Надеюсь, у него находки есть. В отличие от меня. Серега-то ладно. Он приударил свои наливочки заговоренные. И у него прет прям монета за монетой. У нас же что-то, не знаю, хрень какая-то полная. Ну, с начала видео я вам говорил, что у Сереги сегодня будет удачный день, так как распашки, камни крупные, и именно по таким камням хорошо ходить Е-траком, да? Эксплойер, Е-трак. Ну, одно и то же практически. Недоделанный Е-трак. Или переделанный, да? Как говорится, да? Прапорщик. Это количество настроек, а так то все. Ну ладно, у нас ветер вообще жуткий, пытаюсь как-то камеру прятать, надеюсь, шума не будет. Но это стихии, ребят. К сожалению, стихии я пока управлять не могу. Как многие говорят, выключи, убавь ветер, но не могу. К сожалению, пока я не такой. Вот тут, ребята, деньгу только что снимал. И вот смотрите, в камушке Серега мне припас. Еще одна монета, смотрите. Ай, что это? Снова денька, наверное, по гурту вижу. Так, где она? А, вон в руке. Судя по гурту, это тоже деньга. Ну-ка. Сейчас я вам скажу. Скорее всего, деньга. Да, Серый? А сохранчик-то, если это деньга, то вообще давай, сохран. Перчатку. Ну, смотри. Да. Деньга, да? Деньга, да. Ох, какая хорошая. Хорошенький сохранчик, хороший. Наверное.
Наверное. Только чистку покажут. Вот. Механикой лучше почистить. Да. Гурт хороший. Гурт, а вот остальное желает, конечно, лучшего. Ладно, идем дальше. Ребят, пришли мы на другой огород. Огромный огород, вообще огромный, если посмотреть и здесь ходить, не переходить. Вот. Но факт в том, что здесь уже ходили. Видно, ямки старые, и кто-то здесь побывал раньше нас. Но у меня первый сигнал, который нашел прибор. И это у нас монета. Александр, копеечка. Да, Александр? Да, Александр II. Копейка. 1856. Ну, в принципе, сохран хороший. Бодренькая. Александр. Ну, приятно, пойдет. Идем дальше. Ну что, ребята, вы русские. Находка верховая практически. И вот смотрите. Ай, что это? Ну, очередная Катя. Чё там вообще видно? Нет. А, нет, это не Катя, это Лиза, ребят. Это Елизавета. Хотя, не знаю. Да, Елизавета. Сохран так себе. Но факт в том, что это Елизавета. Год разглядеть, к сожалению, невозможно. Монета как бы после чистки не очень будет хорошая. Но приятно. Двушка Елизаветы. Зачет. Сегодня у нас Рустик только с двушками. Катя, Лиза. Ладно, идем дальше. Ребят, у меня Рустик тренирует. Бегаю туда, как совраска. Очередной замерзший камушек. И в ней монета. Что на этот раз? Чуть какой-то тонкий. Чуть такой совет, нет? Это у нас Николаевский образец. Походу трешка. К сожалению, дальше не буду его тереть. Вот такой вот трешечка. А здесь затертый. Ну, как обычно. Трешечка Николая. Нормально, крупная, медная. Идем дальше. Итак, ребят, я уже стал подозревать Рустама в подбросе монет. У него подряд вылазят монеты. 21 год. Когда успел, я не видел, как ты его подложил. Вот такая вот удачная. Завидовать надо молча. А? Чего молча? Завидовать? Да как можно так молча? Блин, с одного того огорода убежали, где я единственную монету поднимал, они, блин, взяли и убежали. Приехали на другой здесь опять. У меня пусто, а они ковыряют. Закон подлости. Ну, у тебя сейчас пойдет, епта. Ну что, ребят, здесь вот напоследок решили проверить вот этот участок. Здесь его как бы не пахали, но расчистили трактором. И Серега вытащил очередной Катин пятак. Год, к сожалению, сказать не могу. Но этот получше, чем предыдущий. Классный пятачок. Зачетный вообще. Огонь. Ты что, его лопатой? А, не. Я думал, ты лопатой его шиканул. Нет, нормально. Классная, зачетная. Второй пятак сегодня. День уже удался. Двумя пятаками. Классно. Мои поздравления, держи. Yeah. Че, попробуем еще дальше, пока еще светло. Может, что еще будет интересно. Ребят, копаем вот такого старого домика. И вот здесь вот Серега поднял Катин пятак. Там монета. И где вот сейчас Рустик, там еще. И вот они, эти монетки. Первая приятная, это 1 копейка Павла. 1800 год. Вообще бодренькая такая, знаете. Неплохая.
Вообще, какое неплохое, вообще шикарная бомба. Вот, и еще несколько, скорее всего, кокаликов каких-то. Так, это что у нас? Датировать даже не могу. Ну, что-то, наверное, низкопрофильная двушка. Да. И еще одна нечитаемая. А может, читаемая. Читаемая, это Катя. Это Катя. Судя по размеру, копеечка. Катина копеечка. Блин, сегодня все классно откопали. Серега сегодня норму выполнил. Да-да-да. Вот так вот. Классно. Идем дальше. Но это меня не останавливает. Я буду перевыполнять план. Перевыполнять будешь? Да. Нам с Рустиком, да? Перевыполнять. Ладно, пойдем дальше. Ну что, ребята, будем заканчивать, наверное, сегодняшний коп. К сожалению, он закончился у нас неприятно тем, что сейчас скандалили с местными. В частности, зашли на неогороженный участок и вышли хозяева. Якобы они хозяева, это частная собственность. Я вроде начал им объяснять, но спорить с местными смысла нету. По закону участок должен, во-первых, быть огражден. Если он не огражден, то в течение 3 лет он переходит в собственность государства. Также рядом проходит речка и береговая линия по закону. Вот. Ну, не начали с ними спорить, скандалить, а то могло оказаться еще плачевно. В общем, на этой деревне нам отказали копать на 3 участках. Печально. Сегодня было 2 отказа. Ну, такие противные люди, мерзопакостные, с такой ехидиной к нам, типа, золото ищите и все прочее. Ну, какое золото, ребят? Сейчас я вам покажу находки, и вы увидите, какое нафиг золото. Кокалики, и в Африке они кокалики. Просто мы проводим время, отдыхаем на природе, сопли морозим. Ну, в целом, я считаю, что видео состоялось, полноценное. Откопали, отдохнули. Ну и будничные дни снова начинаются. Снова работа, семья и все прочее. А сегодня так, чисто отдохнули. Ну, на этом все, ребят. Всем пока. Ну и, конечно же, по традиции, смотрим то, что мы сегодня откопали. Пока. Ну а по находкам, ребят, сегодня не особо много ничего интересного. Можно отметить только несколько монет. Это, конечно же, Серегин пятак 1795, наверное, да? Видите, да? Какой-то он ржавый. В прямом смысле ржавчина на нем была. Вот. К сожалению. Затем двушка Кати. Вот такая, 73-й год. Так, еще Елизавета. Затем деньга. Двушка. Еще одна двушка. Трешка Николаевская. Вот. Что еще было интересно? Серебрушка. Жалко, космониста убитая. И, в принципе, хорошая, бодренькая. Вот такая вот копеечка Александра II. Неплохая такая. Ну и вот такая тоже. Хорошая такая, внешний вид. Бодренько. А в целом получилось, конечно, не особо много, как в предыдущие разы, но все же монеты отыскались. Так что все на этом, ребята. Всем пока, до новых встреч.